Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня опять сарделька. Мы трешуем, качнули мы Фрейю, и у нас сегодня будет тест ее на битве гильдии. Посмотрим, насколько же мне легче будет с эволюцией проходить, потому что сложно стало. У многих появились герои, кто играет больше на бездонате, кто дольше играет, они имеют больше возможностей и ресурсов. Соответственно, для тех, кто играет мало, вот отлично, смотрите, мы метельку открыли в прошлый раз. Для тех, кто играет мало, скажем так, для них еще больше печальней стало все. Такс, окей, надо позабирать ресурсики. Ой, отлично. Просто огонь. Огонь, ребята. Забираем 300 самов. Мы скоро сделаем вторую эволюцию. А может и сегодня сделаем. Сейчас посмотрим. Сейчас глянем. Так, на арене забрали. Что у нас вообще по кулакам делается? Нормас. Так, ну тут надо, чтобы... Сколько нам там? 1300 кулаков надо, получается, для эволюции. Сейчас можем попробовать. Давайте сделаем так. Давайте изначально пройдем битву гильдий. Сейчас я посмотрю, что у меня тут по героям стоит. Так, ставим Купидончика. Рейка наша топовая. Анубис. Возможно, и Хрона оставим. Ворожей. И все. Седну брать пока не будем. Поехали. Тут даже на меня... О, ничего себе, даже кто-то слился. У нас, как обычно, все печально. Я никогда не прохожу сильных, сразу говорю. Я пока сейчас тестирую. Давайте там в районе сотки. Посмотрим противникам. Тут вторые эволюции. Не, нету? Отлично. А если мы тебя так вот жахнем? Просто налегке, ребят. Посмотрите, что Фрейя делает. Насколько легче стало проходить битву гильдий с нормальной эволюционированной Фрейей. Просто изи. Вот теперь можно трешевать, теперь можно будет скоро на топов выходить. Сделать бы, конечно, ну, до второй эволюции тут еще очень далеко. Но уже, я вам скажу, я уже очень рад, то, как мы проходим. Тут с Минотавриком. Жесткие типы. Сейчас вас моя Фрейка жахнет по полной. Смотрите, какой уже урон отличный. Просто изи. Красавица. Блин, насколько легче стало проходить битву гильдий. Чтобы вы просто понимали, раньше я этого себе позволить не мог. Просто так вот зайти и Фрей расхреначить героев с эволюцией. Потому что тут все реально жестко получается. Обратка там то-то-то. А тут уже и жизни у нас побольше. И атака, как видите, в районе стака. То есть мы не зря сделали эволюцию первому герою там у нас Фрея. Битва гильдий реально стала проще. Так, ну тут Фрейя второй ава, тут меня просто, сейчас она разгребет. Плюс Космо. У меня вариантов просто нет. Космо еще с воодушевлением. Да, тут, к сожалению, без Варика. Хотя вариант, конечно, есть, но очень опасно. Видите, там еще и ворожей второй эволюции. Но посмотрите, как Фрейя дамажит уже. Огонь. Огонь, ребятушки. Вот это мне нравится. Такс. Давай посмотрим тут. Плюс Купидон и плюс можно еще дополнительно хранителя ставить. Купидон улетел домой спать. Перезаходик делаем. Ну, я вам скажу так. Тут у многих еще сейчас сила надутая. В каком плане надутая, люди получили ресурсы, получили героя, попрокачивали силу, и у них, соответственно,
Так, ну что-то мы не того бьем. Еще попробуем. О, разошлись, разошлись, отлично. Духа нету, кидаем купидончика. Отлично. Посмотрите, как четенько. Как четко, 117к под купидоном. Ну что еще надо, вот скажите. Просто изи. Вот что значит Фрея на аккаунте. В бездонатном аккаунте, когда есть Фрея, и она с эволюцией. Когда она была без эволюции, я просто тут посасывал. Грубо говоря, я заходил и просто жесть что творилось. Поехали дальше. Это интересно. У меня причем еще Фрея собрана не на урон. Посмотрите, что она творит. Просто красотка. Тут сейчас могут нас жахнуть. Жестко жахнет Анубис. Так, 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 тихо, 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 ша. Давай, Фреюшка, тащи. Чуть-чуть нам не хватило. Стрелок, блин. Анубис. Ну, я думаю, сейчас мы его жахнем. Однозначно жахнем. Это реально круто, ребят. Так, ворожай там активировался, к сожалению. Так, ну что, мы сможем разобрать их или нет? Стрелок. Блин, тяжело. Надо еще сюда, наверное, седну брать. Ну давайте попробуем отсюда, с этой стороны. Ну, черепа и все остальное, они просто улетают. Они просто на изи разбираются сейчас уже. Так, отсюда что-то не заходит хорошо. Давайте попробуем. Причем там 200-е левела с эволюциями, все дела. Блин, мне надо недомогание на Фрею. Чтобы она резала урон героям. Точнее, отхил героям резала. Так, давайте попробуем, значит, другой вариант. Попробуем сюда поставить седнушку. Кстати, у нас же есть землеройка, чем мы паримся. Сейчас мы их тут быстренько сможем уработать. Плюс седна, отлично. Кстати, а кто у нас на Фрейе стоит? Надо героев на отхил покачать. Я вообще здесь без героев. Ой, точнее, без питомцев бегаю. Вот так сделаем. Ебой. Ну чё, жахнем его, как думаете? Я думаю, да. Как это не эта гильдия какую-то? Мы гильдию проходили хотя бы. Да блин, а чё мы паримся? Давайте попробуем кого-то с 200. Тут Unreal. Стрелок, вторая эволюция. Рановато нам сюда дергаться. Рея есть. По-моему, эту гильдию мы штурмовали. Нет. А мы мародеров шатали, наверное. Да, мы шатали мародеров с вами. Так, ну что, давайте попробуем 143к. Повышаем немножко градус. Так, мне тут Фрея не затащим. Малышник, тыква. Попробуем. Сейчас малышник нас как жахнет всех.
Сясямбрик, смотрите, чё, как вам, ребят? Как мы жестко их жахнули. Ронин еще не жахнули, теперь жахнули точно. Это трэш, ребят, вот это трэш. Насколько легче с нормальной Фреей проходить. Фрея, землеройка, блин, и просто изи. Катаем. Катаем топов пока. Сейчас мы будем по чуть-чуть придрачиваться героям. И думаю, скоро мы выйдем на 200-ок. Отлично. Ну, я уже, по-моему, побил свой рекорд. 1200, ребят. Что, попробуем жахнуть 200-ку одну? Не, ну эту мы точно не жахнем. Не, 200-ки нам еще рановато. Надо Фрея хотя бы вторую эволюцию. Но я считаю, то, что мы уже сделали, это уже отлично. Блин, почти. Нифига себе. Я в шоке. Мы почти это сделали, ребят. Ай-я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 й. Давай, тащи, 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 Фрея. 36%. Это трэш. Это реально жесть. Так, тихо, 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 Афина. Не, Афина разбирает. Блин, давайте другого топа 200-ку жахнем. Тут тупо типа думают, что они тут такие типа модные. Сколько? 400к? Да ладно. Так, не, этого мы точно не жахнем. Это что-то я далеко залез. Тут уже Фреи пошли. Давайте кого-то другого. Ну, это реально круто. Насколько стало легче. Стрелок. Со стрелком пока рановато нам тягаться. Ну, сейчас стрелки у многих, я не знаю, почему все их не выставляют. Кстати, вот здесь можно нормальный разгончик взять, попробовать. А, и там Фрея есть. Фрея мы не убьем. Модный типа Вольта выставил. Сейчас мы проверим твоего Вольта на прочность. Минус один. Ну, сейчас тут просто жахнут. Наверное, Фрея, да, вражеская Фрея стоит. Блин, а круто разбираем героев. Так, тут воодушевление. Блин, жестко. Тут стрелок.
Тут тоже стрелок. Мы вряд ли тут что-то сделаем. Видите, тут один смотритель нас урабатывает. У нас герои без эволюции, как-никак. Только один герой с эволюцией, он реально тащит. Воодушевление на земдоройке. Где, где есть Фрея, воодушевление, стрелок, но туда смысла даже соваться нету, потому что они уберут всех моих героев. Так, поехали на мародеров обратно, будем пробовать их. Они сегодня сладкие, нереально сладкие. Так, череп Махатма, тыква, попробуем. Фрея тоже есть. Давайте попробуем на Фрее зависнуть. Как вариант, выкидываем Фрею. Там Фрея тоже первая эволюция. Вот, вытащили всех, и сейчас попробуем. А, у нас смотрителя нету. Вот, вот печаль, беда. Так, Купидона ушатали, но то не страшно. Надо смотры делать. Землеройка, красава просто. Посмотрите, что землеройка делает. Так, это какой? 233 мародеры. Окей. Сейчас мы его попробуем ушатать без Купидона. А, попробуем поставить тыковку. И let's go. Сейчас проверим, ребятушки. Не зря ли мы. Ой-ой, я атаку фортов просрал. Ой, ну пас. Ну зато он видосов написал нормально. Как можно было просрать атаку фортов? Так, все, тыковка вылезла. Смотрим. У нас есть смотритель красный. И как-то так, ребятушки. Ебой. Мы сделали это. Мы жахнули нового, новый для нас топ. 233 силы. Землеройка красава. 1605. Обалдеть. И по сути... Смотрите, куда я залез. Это жесть. Это просто аут, ребят. Я так понял, нам тут ничего не светит. Но это такое. Сама суть, что мы это сделали сегодня. Мы взяли новый для себя топ 1605 благодаря эволюции. Вот так вот после эволюции Фрей мы поднялись. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.